После того, как Дана Борисова победила наркотическую зависимость, она решила всерьез заняться собой и вернуть былую красоту. Звезда перепробовала много диет, сидела на интервальном голодании, кето-диете, но эффект был недолгим, а за время пандемии коронавируса она набрала аж 9 килограммов. Идеальный вес Даны Борисовой, по ее собственному признанию, составляет 53 килограмма, а она растолстела до 63. Ее часто критиковали за дряблое тело. Наконец, ведущая решилась на радикальные меры. Дана Борисова недавно перенесла очередную пластическую операцию, которую делал звездный пластический хирург Гайка Бабаян. Операция шла 4 часа. Борисовой убрали бока, жир живота и коленок, а также изменили форму ягодиц. Теперь звезда приблизилась к идеалу. В своем инстаграм она без стеснения поделилась результатом, ничего не скрывая.